И вот эта часть, у кого-то больше или меньше, в греховной природе, в ветхой природе, есть в человеке. Он, если ему выгодно, он соглашается быть верным. Но если ему вдруг становится невыгодно, он соглашается предавать, что и позволяет понимать, что верность-то не была верностью. Было просто этапом искания своей выгоды. И никакая там неверность. Такой человек недостоин